Сегодня в Черемушках у нас проходит турнир ФКС. Больше 130 участников. У нас приехал Дивногорск, Ачин, Красноярск, Абакан, Саяногорск, Черногорск, Пригорск. То есть, в принципе, очень такой хороший, широкий у нас спектр городов. Турнир неплохой, очень все хорошо организовано. Очень хороший призовой фонд, то есть можете обратить на заднем плане. Первый круг 12-13 я отреферил. Теперь пойду боковым судье, помогу всем остальным. Все бейтесь до конца, никогда не сдавайтесь. Хакасия за спорт. Это турнир Кубок ФКС. Саяногорская федерация у нас зарегистрировалась недавно, но она себя зарекомендовала хорошей работой. И меня лично радует, что у нас много спортсменов, и уже собрались спортсмены, которые уже имеют определенный опыт. И сегодня мы на этом турнире отберем более лучших, которые у нас уже потом будут участвовать 1 декабря на первенстве Республики Хакасия. На себя на татами и набраться на более высокие соревнования. Всем желаю удачи и победа. Мастерами кунг-фу не рождаются, мастерами кунг-фу становятся. Опасности не пугаются, приемы точны, все сбудется. Бриллиантом засверкаешь, сведешь с ума весь свет. Мечты собой не блещут, когда их просто нет. Сам будешь ты герой и впишешь имена, терпение и труд. Мастерами кунг-фу не рождаются, мастерами кунг-фу становятся. Опасности не пугаются, приемы точны, все сбудется. Нет зависти надменной, не наша эта роль. Сегодня ты берешь все под собственный контроль. Открыты все дороги, сам выбрал ты пути. Терпение и труд. Мастерами кунг-фу не рождаются, мастерами кунг-фу становятся. Опасности не пугаются, приемы точны, все сбудется. Знакомиться давайте, я панда кунг-фу файтер. Меня вы испытаете, я самый лучший, знаю. Мастерами кунг-фу не рождаются.
двигаться давайте. Я панда, кунг-фу файтер. Меня вы испытайте. Я самый лучший, знайте. Бои прошли на хорошем уровне. Спортсмены меня порадовали. Вижу, что устали. Устали от награждения. Но немножко терпения, ребята. И вы будете свободны. Порадовали меня сборники. Акаси порадовали сборники тем, что они, ну, видно, что готовились. Они готовились и в лагере со Сосновом. Они готовились и у нас на стадионе Шахтер. Руководство молодых. Порадовали меня красноярцы, нас порадовали, что спасибо большое за то, что они посетили нашу любимую Хакасию. Всем большое спасибо. Спасибо организаторам, Артему Владимировичу Евсееву за такой праздник, который он